Единственного ветерана войны в Ахвахском районе транспортировали в республиканскую клиническую больницу. Дедушке 98 лет, он попал в районную больницу с признаками COVID-19. Врачи диагностировали у него двустороннюю вирусную пневмонию. Степень поражения легких составила около 60%. Учитывая возраст пациента, было решено транспортировать его на лечение в Махачкалу. Полет фронтовик перенес благополучно. Дедушка считает, что заразить его мог кто-то из гостей. Его часто навещают дети, внуки и соседи. Сам фронтовик во время пандемии старался редко выходить из дома.